А сейчас мы готовим специальное вкусное и полезное обогащение рациона питания для животных, живущих в этом комплексе. Муравьеды, капибары и коати. Давайте посмотрим, нравится ли им. Что вы думаете об этом? Теперь мы добавим немного арахисового масла. Это лакомство для них. Еда слегка мягкая, в которую они могут погружать свой язык. Они особенно любят данное лакомство. Таким образом, они будут заняты в течение длительного времени. Мы очень рады, потому что наши животные счастливы. У нас есть насекомоядные, травоядные и всеядные животные, которые с желанием получить более вкусный кусок сейчас с аппетитом вместе ели. Они сыты и очень довольны. Все прошло отлично.